И всем привет, дорогие друзья, с вами Карбон. И сегодня у нас будет гольф батл. Да, вроде давно гольфа не было. То что в последнее время Geometry Dash много было. Уэй. Уберу сразу эти звуки противные. Так. Ой, блин. Ладно. Сейчас. Упал с первого раза. Ну, естественно. Ох, ёб твою мать. Чё-то я... вообще плохо всё. Такс. Сколько? Ну, давайте. 6 лайков, новая серия по гольфу. Давайте даже 5. 5 лайков, новая серия по гольфу. Опа. Да в смысле, я впервые прошел, алё. What the fuck, игра. Ой, что-то сейчас будет. Только не упади, пожалуйста. А как тут теперь рассчитать-то? Не, ну в принципе можно. Если... Ля. Что творю? Я просрал. Спасибо. Давайте еще раз сыграем. Так. Надо быстрее. Твою мать. Что? Чувак, как ты это сделал? Грёбаный читер. В смысле, у меня 5 ударов. А, да, я ж не докатился. Я такой думаю, чё? В прошлый раз мне не повезло, но сейчас мне точно повезет. Я ж сказал, повезло. Нифига себе, как чётенько. Лоль. Так. Так, тут самое главное, просто вперед. Прямой. Эх, не повезло. Пока что я второе место. О, нормально. О, я второе место. Плюс 375. Ебой. Отлично, хорошо. Так. Пум. Сквидиш. Да как так? О. Плохо. Ну все, минус, чувак. Чего? Ясно, что за читы? Давайте вот так. Твою дивизию. Я еще не долетел. Ёб твою медь. Размечтался. Ну, конечно. И офигеть, если у кого-то будет тоже 11, меня сместят на следующее место. Ну все, слава богу. А то тут уже решает, кто впервые прошел, если у тебя там тоже 11 у кого-то. Так, ну думаю, можно, в принципе, зайти на зимнюю. Да идите вы нахер со своим фейсбуком. У меня, в принципе, монет достаточно. Можно, в принципе, один раз сыграть. Первое место я явно не займу, потому что я не умею на зимних картах толком играть. Йо. Тут с первого раза можно пройти, да? Ну тут ты как бы не знаешь, да, с какой скоростью. А, в смысле? Да идите в жопу, а. Понятно. Ладно. Тут, по-моему, нельзя сильно бить, сказал я. Ну все, чё?
О. Фу. Блять. Что-то мне это напоминает. Ну все, минус я. Спасибо, игра, блядь. Спасибо тебе огромное. Ненавижу тебя. Подождите, это что, все? Подождите. Это вторая. Да, это сейчас третья будет. Хотя она уже, по сути, ничего не решает. Я уже... Да как? Блядь, да идите вы нахуй просто. Серьезно. Сука, идите в жопу, блядь. Пиздец. Я вообще, мне никогда не везло на зимних картах. Сука, игрок против меня постоянно. Просто не могу. Горит уже, блядь. Ну, если я еще... Вот каким образом, спросите, пожалуйста. Что? Блин, если бы тут повтор был... Как... Стоп, подождите, как я это сделал? Что за магия? А как я это сделал? Я просто чётенько в лунку попал. Тихо-тихо-тихо. Надо примерно по такой траектории, наверное. Пока что я первое место. И это меня радует. Чувак, просто жиза. Просто точно так же у меня было. Я просто не докатывался совсем чуть-чуть. Так. Вот тут... Всё. В смысле, я не первое место? Чувак, а, он же первее меня прошел. В смысле, так у меня меньше ударов было. Какого хера? Нормально играю все, нет? Вот ты охерела играю. Каким, блядь, образом? Ладно. Странно, как? Ёбаный песок, сука. Тихо, только раньше времени не поедь. Все. Да как? Как вы так сильно ударяете? Что за... Ой, ненавижу эту карту. Но я про... А, пацаны не докатились просто. Пацаны. Это карма. Хотя, в принципе, тут можно сделать... Игра, я тебя искренне ненавижу. Я твой рот шатал просто. Просто игра, иди нахуй, вот серьезно. Так все хорошо было. Игра мне просто все засрала. Просто все. Можно удалить этот гольф. Все. Все, просто все. Капец. Are you seriously? Что? Понятно. Ладно, давайте последнюю карточку. Надеюсь, у меня тут... Вот тут я не знаю, как бить. Я просто, сука, не понимаю эту систему. Пиздец, у меня 4 удара. Ты ударяешь так-то, так-то, но у тебя ни хера не пол... Подождите, я долечу. Долечил. Ты типа ударяешь...
на желтую, он у тебя вообще улетает просто на другую сторону. Делаешь зеленый, он у тебя на свою сторону на песок падает. Я не понимаю эту игру, серьезно. Тут нужно как можно ближе и вот сюда. Все правильно. Тут нужно просто попасть в лунку. Чего я не сделал. Но я первое место. Все, да. Фух. Окей. Чувак вообще мимо летел, как он попал, я не знаю. Вот, в принципе, на этом все. Это был Golf Battle. 5 лайков, новая серия. С вами был Карбон. Всем пока.